Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я видео начну с утра, с ухода. И хочу вместе с вами протестировать одну масочку. Точнее, маску. Да, сегодня буду одну делать. Это маски из корейской косметики. Называется вот таким образом. Вообще знаю, что это называется VT Cosmetic BTS. Я так поняла, что это была некая рассылка среди блогеров. Прислали набор масок и один парфюм. Эта марка запустила линейку парфюмерии. Значит, здесь мне прислали такой набор, который состоит из 7 капсульных масок. Вот так вот они выглядят. Я тут их черненьким подписала, где что, чтобы знать, потому что на русском здесь нету, к сожалению. Здесь суть в том, что вообще, кстати, очень много споров идет по поводу того, что нужно делать каждый день маски или нет. Я делаю практически каждый день маски. И состояние кожи мое, ну, конечно, всегда хочется лучше, но мне оно нравится. Значит, здесь 7 масок под разные потребности кожи, как бы на неделю считается вот этот курс. Ну, можно делать не на неделю, можно, как мне кажется, как хотите, да. Значит, здесь идет вот такая розовенькая, это питательная, которую я буду делать с вами сегодня. Дальше идет для глубокого увлажнения вот такая маска. Следующая просто увлажняющая. Это, я так понимаю, такие натуральные масочки корейские для сужения пор, насколько я правильно перевела. Дальше это маска пилинг, вот такая оранжевая. Потом идет успокаивающая и для сияния кожи. Вот. Сегодня я буду делать вместе с вами питательную. Я еще ни одну из этих масок не попробовала. И сделаю, скажем так, тест-драйв такой маски вместе с вами. Вообще, мне нравится система корейского ухода. То, что у них многоступенчатое очищение. И там всякие маски на каждый день. И такие-сякие. Вот так вот она выглядит, как такая желейка. Вообще, упаковка даже вот этой капсульной обычно. Знаете, они такие, ну, дешевенькие. А здесь прям пластик такой хороший. Сейчас возьму свою многострадальную кисточку. Все никак не могу себе приобрести кисть для масок. Надо будет мне заказать себе. Ну, маски на самом деле не так много, я могу сказать. Она такая гелевая. И сейчас я нанесу ее. Слушайте, пахнет очень приятно. Прям очень приятно. Такой косметический, даже как лепестками какими-то пахнет. Вот такая вот. Написано, что нужно ходить 10-15 минут. И потом смыть. Так что мы как раз... И, кстати, я очень люблю в последнее время делать маски именно не на ночь, а с утра. Очень люблю в последнее время делать маски. Не знаю, для меня прям какой-то... Не знаю, как-то вот кожа, что ли, лучше. И косметика ложится лучше. А вечером я больше люблю делать массаж. Вот. В общем, там избегать области вокруг глаз, как обычно, нужно. Слушайте, ну, несмотря на то, что мало ее тут мне показалось, да, смотрите, мне и на шею хватило. И на... Конечно, на зону декольте уже не растянешь, но на шею, на все лицо. Надо мне купить кисточку для масок и повязочку для масок. Слушайте, ну, пахнет очень вкусно, знаете, лепестками, даже как пиончиком, что ли, каким-то. Очень вкусно пахнет. Такими, слушайте, ну реально, такими нежными-нежными лепестками. Даже не лепестками розы, а, наверное, пиона какого-то. Или что-то типа того, каких-то цветов. Вот так вот выглядит эта маска. Хоть родных своих пугать не буду, а то они у меня уже прыщами скоро покроются, они мне обычно говорят. Так что, ну и вернусь к вам сейчас минут через 10-15, посмотрим результат. Ну что, 15 минут прошло. Я могу сказать, что эта маска поначалу даже дает такой легкий холодок, небольшой такой. Ну, я ходила с этой маской, да, и легкий такой холодочек был на лице. И сейчас она у меня практически вся впиталась. То есть вот кое-где еще осталось, вот здесь вообще нету, нет никакой липкости. И то есть маска вся впиталась в кожу. Класс.
Сейчас будем смывать. Вот я умылась, вот так вот выглядит кожа. Мне понравилось, честно, вот без прикрас, я могу сказать честно, потому что кожа очень комфортна, вся эта маска впиталась, даже смывать особо было нечего. Вот, и такой хороший цвет лица появился, кожа такая, ну прям чувствуется напитанная. Вот я даже сейчас умылась, обычно после умывания у меня такое чувство дискомфорта, какого-то стянутости есть на лице, сейчас такого нет. Но все же я буду наносить свой обычный уход, которым я сейчас пользуюсь днем. Это вот такой у меня лосьончик, тоже корейский. Покупала я его, по-моему, в Литуале, если я не ошибаюсь. Кстати, мне нравится неплохой лосьончик. Я беру два нажатия. Это я его использую утром вместо тоника. Вот, и наношу на все лицо. Но нет, после этой маски очень гладкая кожа, прям очень мягкая такая, прям глазки, крем от Виши, который я показывала уже. И дальше вот этот кремушек из той же линейки от Виши. Вот так вот выглядит кожа. Мне кажется, вообще, ну, корейцы, конечно, молодцы. Они, вот есть, конечно, я думаю, у них провальные продукты, но в общем и целом я смотрю, что очень даже неплохо. Ну, сейчас пойду делать легкий такой свой обычный ежедневный макияж и вернусь к вам. И вот хочу показать вот то, что мне пришло. Вот эти маски, которые я вам уже показывала, да, вот они вот так вот поближе, если выглядят. Вот, и парфюм, такой коробочки, правда, помятый, вот такой парфюм, мне, конечно, было очень интересно попробовать корейский парфюм, значит, у него, они мне там выслали прям целую, ну, на самом деле, молодцы, ничего не могу сказать, они мне целую прям там, как производилось, вот все, что, как они придумывали, там этот парфюм очень интересно, правда, не на русском языке, к сожалению, ну, ничего, можно все это перевести. И насчет вот этого парфюма, значит, у него верхние ноты, вот все то, что я перевела, да, то, что мне выслали, лимон, бергамот, какой-то элеми, я не знаю, что это за, я подпишу, кому интересно, внизу в инфобоксе, на английском языке, да, значит, верхние ноты лимон, бергамот, петрушка и какой-то, получается, четвертый элеми, не знаю, что это такое. Средние ноты мускатный орех, водоросли, база белый мускус, амбра, сосна, мох. Вы знаете, я чувствую вот в этом парфюме, в этой водичке, вот он какой-то, да, вот где-то, наверное, какой-то зеленый мох у него есть. И в основном я чувствую цедру, но мне больше идет как цедра апельсина. Именно цедра такая горьковатая. Но я думаю, что это сочетание лимона и бергамота. Петрушку я не чувствую совсем. Вот. Ну и вот какой-то мох, да, может быть, белый мускус где-то какой-то такой вот зеленоватый. То есть это такой, ну, я уже говорила, я любитель более сладких ароматов, таких терпких, тягучих. И здесь такой более легкий, воздушный, даже вот мне, когда я наносила на себя, показалось, что где-то какие-то белые даже цветочки, отголоски белых цветочков тоже есть. Но, то есть, для нелюбителей сладких ароматов это очень даже неплохо. И он, кстати, стойкий. Он ну, полдня точно держится, никуда не слетает, даже вот в теплую такую погоду. Ну, у нас сейчас жары нету, поэтому жару не знаю. К сожалению, в Питере ее нет. Вот. Но интересный на самом деле парфюм. Не какая-нибудь там ерунда, знаете, а такой просто это на любителя. Кто вот любит такие горьковатые, цитрусовые, с какой-то зеленью отголоской, то это вот как бы оно, да, очень интересное. Но я внизу оставлю вам ссылки, где можно приобрести вообще данную косметику. Так что вот такая вот у меня была интересная, на мой взгляд, рассылочка. Здравствуйте.
Здрасте. Еще к нам работничек приехал. Умничка. Да? Давай полную лопату. Умничка наш. Ну просто умничка. Да? Да, вот такие. Золотцы у нас. А тут няшничество у нас. Внучок такой. Не достать уже, да, мама? Даже вот, а раньше было вот так вот. Как тебе мама живется с тремя мужиками? Так бы и жила. И больше никого не надо. Раз, два, три. И все. И воевала бы ими. Полный холодильник еды и все. Ужасно. Такое у нас няшничество. Да? На Бона. Иду. А где мелкий-то? Дома. Мелкий спит. Маленький решил поспать. Чего ему работать, когда можно поспать, да? Она следит за ними, да? Ты их охраняешь? Еще хочу вам показать, у нас зацвел вот такой вот жасмин, классный. Но это у нас поздний сорт, то есть он всех отцвел уже, а у нас только зацветает. Смотрите, какой красивый, обалденный. Вот такой вот. Это еще сорт, по-моему, мой прадедушка сажал. Он у нас рос в другом месте, мы его потом отсадили, когда уже тут переделывали все. Вот такой вот, представляете, какая красота. Пахнет еще вкусно. Обалденно. Вот такой вот красивенький. Жасминчик. А это у нас самый главный работник. Пообедал, да? И отдыхает. Да? Еще покатался на самокате. На самокате еще покатался немножко. И надо теперь отдохнуть после обеда, да? Ну да, я устал. Устал, да. Сильно устал. Сильно устал. Ты на сладке. Спать будешь? Нет. Почему? Потому что. Ты уже большой? Да. Ужас. Еще я смотрю. Сейчас будем спать. Снова тут котейка моя спит. Да, сладкий такой мальчик. Вот, ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.